Сегодня в Волгограде в канун Нового года пройдут первые похороны жертв взрывов на железнодорожном вокзале. Организация занимается правительством региона, руководство области оплачивает все расходы, связанные с погребением и поминальными мероприятиями. Помощь оказывается всем семьям вне зависимости от места прописки погибших. Тем временем власти региона также сообщают, что сегодня ночью опознаны все 14 погибших при взрыве волгоградского троллейбуса накануне.